Всем привет! Я получила свою очередную посылку с сайта iHerb, и ждала я ее с большим нетерпением. И почему? Потому что меня просто одолели высыпания, различные прыщи, лицо очень испортилось, я даже не знаю, с чем это связано. И поэтому я заказала много всего, что должно как раз работать в этом направлении. И начну я вот с такого тоника от морщин, известная марка Derma E. Это тоник с витамином А и гликолевой кислотой. И здесь 175 мл, большой объем, с удобным дозатором. У него легкий запах, практически не чувствуется. Подходит он для нормальной и жирной кожи. И именно из-за этого я его взяла. Мне очень нравится, что в составе есть гликолевая кислота, морские водоросли, витамин А, а также имеется экстракт папайи. Покажу поближе вам состав. Он замечательный. Сама марка 100% веганская, не тестируется на животных, не содержит вредности, глютена, ГМО. Данный тоник, он уменьшает видимость пор, освежает. Также морщины становятся тоже менее заметные. Еще мне что нравится, он убирает пигментные пятна, постакне и какие-то другие дефекты кожи, что в данном случае мне просто необходимо. Так как в составе есть кислоты, то использовать этот тоник лучше вечером или в холодное время года. Я сейчас как раз использую его на ночь, и эффект мне очень нравится. Кожа начала, кстати говоря, уже преображаться. Но, конечно, не один тоник на нее действует положительно. Также очень здорово показал себя крем от Acne той же самой марки. Этот крем предназначен для восстановления баланса. В составе здесь 56 грамм, достаточно большой объем. Крем содержит салициловую кислоту, масло чайного дерева, также алоэ вера. Данный крем поддерживает чистоту кожи, предотвращает появление новых высыпаний, воспалений, прыщей и черных точек. Он не пересушивает кожу, что для меня очень важно. И использую я его 2 раза в день, утром и вечером. Вообще производитель заявляет, что использовать его можно до 3 раз в день. От 1 до 3 раз в день. Если кожу будет слишком сильно сушить, то достаточно 1 раза использования. А если все нормально, то в принципе даже можно доходить до 3. Я для себя решила использовать утром и вечером 2 раза в день, и для меня это подходит. Что я могу сказать? Состояние кожи у меня улучшилось, она стала чище, ровнее, высыпания у меня ушли, и припухлости от прыщей тоже. Сейчас кожа выглядит гораздо лучше, чем она была. Конечно, какие-то постакне еще остались, но по сравнению с тем, что было, то это просто земля и небо. Сам крем находится вот в такой баночке, и он белого цвета. Видите, я использовала уже достаточно много, и пользовалась я, ну, где-то на протяжении 3 недель. Запах небольшой имеется, но какой-то он, не знаю, немножко травянисто-химический, наверное, за счет как раз салициловой кислоты, я думаю, и масла чайного дерева. Также для своей проблемной кожи я взяла вот такую сыворотку. Беру я уже ее 2 раз. И первый раз, когда я брала ее, была просто в восторге. Она мне очень понравилась. Лицо у меня было просто замечательное, поэтому решила повторить свою покупку. Она предназначена для очищения пор. Идет с 97% гиалуроновой кислотой. Марка эта корейская. Я думаю, все ее видели в разных магазинах, в том числе на Валберис она есть, но там я не рискнула покупать, так как там много подделок. Решила заказать с iHerb, причем цена на iHerb, когда я покупала, была даже ниже, чем на Валберис. Идет она вот в таком большом флаконе, стеклянный, кстати, флакон, с очень удобной пипеткой. Вы легко можете набрать необходимое количество сыворотки, она вот такая тягучая, прозрачная.
замечательно наносится, быстро впитывается. Сначала есть небольшая липкость, которая быстро проходит. Я ее, кстати говоря, использовала даже утром под макияж. И макияж у меня не скатывался, не слезал. Все было замечательно и держался весь день. Сыворотка обеспечивает увлажнение кожи, поры заметно с нее сужаются и, как я сказала, уже быстро впитывается. Очень-очень нравится, хватает ее, ну, очень надолго. Следующее косметическое приобретение – это уже крем для кожи вокруг глаз, для зоны вокруг глаз. Это укрепляющий крем Revita Labs. Косметика достаточно тоже известная на iHerb. У меня мой крем закончился, поэтому решила взять именно этот. Покажу состав. Он также хороший, не содержит вредности и в составе очень много различных масел, экстрактов. Продукция не тестируется на животных. Большой объем в 30 мл. Удобный дозатор, крем легко выдавливается, прекрасно наносится, распределяется. Вот так вот он выглядит, достаточно густой. Впитывается моментально. Сначала при нанесении есть небольшое покалывание, которое очень быстро проходит. Запаха практически никакого нет. Крем уменьшает видимость темных кругов под глазами, мешков и гусиных лапок. Также содержит комплекс трав и растительные экстракты, которые укрепляют кожу, не пересушивая ее, и улучшают кровообращение. Так заявляет производитель. И что я хочу сказать, крем действительно подтягивает, укрепляет кожу. Как я уже сказала, он хорошо впитывается, кожу смягчает. Для меня он подошел просто идеально. Использую утром и вечером и очень-очень довольна. Взяла еще одно средство для борьбы с акне, с какими-то несовершенствами кожи. Это тоник просто в огромном объеме. Объем здесь 473 мл. Он полностью натуральный, подходит для лица и тела. То есть, если есть где-то у вас какие-то высыпания, то можно нанести на ватный диск и протирать не только лицо, но и тело. Состав у него максимально короткий. Здесь всего два ингредиента. Это дистиллят гамомелиса и спирт 14%. Если вы не любите в косметических средствах спирт, то, конечно, этот тоник вам не понравится, не подойдет, и даже на него не смотрите. Но я ничего против спирта в составе не имею, тем более сейчас, когда у меня кожа была в очень таком сложном состоянии. Кстати говоря, использовала его уже достаточно много. И с маркой это я знакома давно, я уже брала тоники этой фирмы, еще такой другой у них есть желтоватый, этот я, собственно говоря, тоже брала. И использую я его не перед нанесением крема, а в качестве очищающего средства для лица. То есть, когда я нанесла косметику, мне нужно ее смыть перед очищением каким-то очищающим средством, то есть умывалкой такой, то я сначала смываю ее вот именно этим тоником. Воспаление успокаивает мою кожу сейчас на данный период, вот на теплый, на летний, не пересушивает и замечательно мне заходит. Также заживляет прыщики, и мне очень понравился. Запах, надо сказать, что у него единственный вот минус, ну, для меня, запах у него не очень приятный, но, в принципе, терпимый, и на коже он тоже на долгое время не остается. Как вы поняли, я очень плотно прошлась по всем средствам, которые могут как-то быть связаны с избавлением ее от акне. И поэтому покажу еще одно средство. Это уже вот такой тоник. Это корейский. До этого я брала очищающие средства для лица вот именно этой марки, которое мне очень понравилось. И я решила взять еще придачу к этому средству вот такой тоник. Здесь 150 мл. Он предназначен для борьбы с акне. Бутылочка выглядит вот таким образом. Он совершенно не имеет ни запаха, ни цвета. Очень приятно наносится на лицо, на кожу. Не пересушивает ее. В составе имеются экстракты плодов форзиции и белой ивы, которые быстро смягчают раздраженную кожу, а также сокращают выделение кожного жира.
Еще в составе имеются пептиды, которые усиливают защитный барьер. Плюс в составе экстракт азиатской центеллы, который сейчас безумно популярен. Она способствует заживлению, уменьшает видимость шрамов от угревой сыпи. Тоник мягко очищает, регулирует работу сальных желез и снимает воспаление. Пока мне он очень нравится, и я им тоже очень осталась довольна. И надо сказать, что все вот эти средства работают просто замечательно, и сказать, что мое лицо преобразилось, это ничего не сказать. Какое у меня было ужасное. У меня постоянно розовые такие вот внутренние прыщи образовывались просто на пустом месте, из ничего. И каждый день проходят они, естественно, очень сложно, долго, там, месяцами. И вот эти средства помогли остановить вот эту ужасную проблему. Сейчас остались только постакне, которые, я думаю, тоже скоро пройдут. И пользовалась я всеми этими средствами где-то примерно около 3 недель. Если у вас тоже есть такая же проблема, как и у меня, то советую вам все это попробовать или хотя бы какие-то средства, которые вы для себя отметили из моего видео. На этом я свое видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Всем пока и до новых встреч.